Доброго времени суток, с вами Людмила, и сегодняшнее видео про полевые цветы, которые водятся у нас в донских степях. Я продолжаю изучать названия и хочу, чтобы вы вместе со мной, вы тоже посмотрели, какие цветы водятся у нас. Если вы знаете название, пишите в комментариях. Всем приятного просмотра. Такой куст огромный. Далека еще увидели, решили подъехать посмотреть ближе. Такие цветочки. Даже с плодами уже, смотрите. Как интересно, смотрите, вот так вот на взгорочке, да, эти кустики растут. Там дальше ковыль. А это у нас тоже. Это я езжу, изучаю травы, какие растут в нашей области. Мне интересно. Вот, смотрите, какой куст красивый. Запах такой. Большой куст зайчий холодок. Сейчас раз, откуда зайчик выскочит. Такой вот отсюда вид. Но это походу какие-то, в общем, надо искать, смотреть, что это за растение такое, как называется. И вот здесь, кстати, опять я нашла здесь чабрец. Чабрец-то я знаю. Смотрите, сколько его здесь. Вот он. Запах хороший. Пахнет. Да, много здесь его. И вот чабрец. Но мы уже насобирали столько, что на всю зиму хватит чая заваривать. Такие у нас бескрайние донские степи. Те, кто здесь живет, конечно, знают, видят. Кстати, опять кто-то там шуршал. Не змея? Нет, наверное, ящерица. А кто живет в Германии? В Америке, Польша. У вас есть такие места? Вот смотрите, любуйтесь. Ой, так хочется крикнуть: эгэгэгэй! Сегодня солнечный день, тепло, а на завтра обещают дождь.
Вот поэтому мы сюда приехали, чтобы посмотреть на травы, какие растут. Такие вот места у нас. А это полынь. Тоже. Вот смотрите, сколько ее. Весь склон. Красиво, на той стороне кустики зеленые. Я нашла название этого куста. Это майкорага волжский. Низкий серовато опушенный кустарник из семейства бобовые. А это похоже на шалфей. Смотрите, что я нашла. Целую лужайку. Колокольчики. Это точно колокольчики. Лужайка, правда, они кое-где уже отцветают. Вот так. Вот такие цветочки. Я же говорю, можно ездить, смотреть и находить столько всего интересного. Красота. А здесь тоже такое ощущение, что там кто-то ходит или тропинка. Ты не хочешь посмотреть, что там? Не хочет. Вот они какие красивые, красивые. Они уже тоже отцветают. Кустики эти. Птички поют. Тишина. Откуда эти колокольчики взялись? Такие красивые, нежные. Шиповник. Чувствую, вода была. Сейчас очень нет. Много шиповника. Смотри, вон кусты прям целые. Цветет. Такие красивые места у нас.
там камыш. Воды нету. Был пруд, засохло, да? Красиво. Вот такое небольшое путешествие у нас сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. И всем пока.